Привет, мои маленькие любители гитаризма. Сегодня у нас на разборе гранж. Итак, песня из двух фигур, в которой одни и те же аккорды. Начнем с самого начала. Здесь у нас задействованы 15, 17 и 19 лады. Это в первом проходе, во втором. Все то же самое, но кончается на 14. То есть первый проход мы играем так. Пятнадцать, семнадцать, девятнадцать, пятнадцать. Второй проход кончается на ноте ми, то есть е. Часть у нас идет просто. Там, конечно, параллельно играет вторая гитара, но у меня такого эффекта нет, поэтому извините. Значит, что, когда вы играете вот это вот, вы можете немножечко разнообразить. То есть мы выходим за порожек, это уже нулевой лад, и немножечко прижимаем шестую струну. Поехали, значит, основной мотив. Те же ноты, что и внизу, только уже здесь. То есть то же самое, но 3, 5, 7. Так, что бы еще не забыть. А, концовка песни играется на ми, г, ф и до диез. Есть один момент, я немножко жульничал, скажем так, в самом начале песни. Если технически правильно брать, то играется на 12-м ладу, то есть одна и та же нота, но высокая, низкая. То есть один раз D низкая, потом D высокая. И вам придется с этим поебаться, потому что придется слайдить. Сюда-сюда. Ну, сами понимаете, это немножечко неудобно, поэтому можно просто через открытую D. Собственно, и все.